Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Левша, сегодня корм у нас, вот. Название «Бунт на корабле», что с кормом, ну, в общем, так-то все хорошо в корме у нас, конечно же, у нас, в целом-то у нас в корме все хорошо, но есть такой момент, как неудачный стрим предыдущий, где мы проиграли 2-4, 0-4. Ну, чтобы вы понимали, это пипец, это серьезно, такого залета ни разу не было у корма за всю историю корма второго, вот. Главное, чтобы Чиф не может поагрессивнее. Чиф не залетел. Хватит Чифа так на Фокс. А я за ним. Берите лючок этого, не рвем. Я сваливаю. Релиз, вот её по центру едет. Я не успею. Дал. Ну, чутка не хватило. А у нас 2-7-9, видишь? Да пусть надо за мельницу приезжать. Странно, сразу как же вы проиграли, у вас больше же было. А ну, чё у нас 5-4? Ну, нет, не пробился. Я пока приехал пятым, то вы же все по ХП просели. У вас расходка залетела. У нас, кстати, у нас наоборот. Хотя нет, когда плохо зашло. Да, у нас... Здравствуйте. Привет. Привет, Макс. Успел доиграть бой. Макс, почему ты не поздоровался со мной в Телеграме? Или это Урина чирикает? Не знаю, Андрей. Мне, может быть, я не заметил твое приветствие. Корм 2 без Макса — это как собака без кости, да? А ко птица? Да блин, ну чё за птица? Ласточки — это у меня. О, нормально. Едет по прямой, я только выстрелил, это какой-то трамплин. Я из них суп готовлю. Из птиц? Да. Жизнь. Дрюх, нормально все? Вообще жизнь, ну, боль, да? Чел, ну, для спорта боль. Нет, типа, не приходится мясо добывать. Так, а что у нас происходит-то, кроме птиц? Тут есть. А голубей не кушаешь? Слив в первый бой. Так, нормально. Нормально. Да, блять, выключите птиц этих вонючих, а? Толя пошел. Поднимите сантиметра кто-нибудь. Надо сбить захват. Дал по свет. Кто-то сбейте, кто-то сбейте. Я попробую сбить. Давайте последний танк вперед поедем, остальные все. Один выбейте вот этот. Давай, Кристина, поехали со мной вперед. Надо их отжимать. Так и я с Сватур тоже иду. Давай. Захваты не пойдут. Нормально, да? Нормально? Будут, брать. Будет захват, будет, смотри, аккуратно. Сейчас помогу слева. Давай. Давай, в хат. Артака Д. Экстрим, едь за артой потом. Давай. Я на базу вернусь. Крест задают, падают яму, мне кажется. А хотя они базу сами заберут. Все, они базу заберут, доигрывайте. Все, едь экстрим за артой. Еду. Просто режьте арту, они захват уже не берут. Вон, два катка, ставьте вот этого боя. Ебера убейте, он вам спину заезжает. Я на карту Ебер спину. Да, убейте. Арта меня может. Некому убить его. Попробую помочь, если что. Крест, надо ехать, короче, к этому вам нужно, наверное, выпад в эту диетемку, это будет захват у тебя еще. Может, по-моему, нужно было проехать снизу? Здесь нужно было выехать. Ну да, в идеале можно, да. Здесь танк стоит, у них вот здесь, вот здесь. Кто-то сможет просветить еще, нет? Ну, крест делает. Я долго еду. Просветил. Я пробую. Засветили, вам засветили захват. Попробуйте выехать. Там у них захват. Там ЕБР, надо еще кто-то, чтобы светил. Надо за артой кому-нибудь. Я не знаю. Крест посрезали. Блин, они слева стоят. Они слева стоят, да. Да, но они развели, видишь, типа, на гору едут. А, вон где был. Такое. А, наверное, справа 9-7 у них. Ну и все, эти быстрее живаем. Я думаю, что сам, да? ЖД, я думаю, ЖД, Сашки тоже не начали. Ну, подожди, Мигод наш, все. Да, вот эти справа. Да, сразу же. Едем. Давайте первого, Рейлинс, первого. Че, даем пацан? И мы чипами сразу же агрессивней. ЕБР сразу ко мне. Убиваем, быстро, они далеко. Давай. Быстро, чипов, быстрее. Так эти на ходу убивайте, Он на 40 убивает. Я заблочил. Так проходите дальше, давайте, снайпс. Колея едь. Все, 9-7 принимаем. Надо чипов еще забрать снизу. Чипа забрать снизу. Давай Левша заберем чипа. Дал. Заберем. Все, это 9-7, все 9-7 теперь. Он с тобой. Да, я в сейф. Убиваем.
Пробуй. Сервера, Лёха, нам надо в них пушить, потому что нам сервер в спину стреляет. Да, да, вперёд, ехать. Давайте в центр. Нира. Поехали вперёд. Я упаду сейчас, еду. Тотик, здесь же заодно за следующим колесником, который возле меня был. Ага, вижу, да. Найс. Хорош, Толян, просто по стратегии. Молодец, переиграл, да. Ну, он уехал. А почему они с тэшками здесь стояли в начале боя? Ну, они ждали инфу. Не пушат хотя бы. Типа... Не, чувак, если не хотели пушить, они настреливают ИБР оттуда, как правило, который приваливается. А по ХП такое, ребята, крот. Да, по ХП так себе дает. По технике хорошо. Да, тут вообще бешено. Хорош. Не, убьем. Толян не ушел. Сгра. Вот надеюсь, что мы хорошо решили. Не, короче, в пизду командовать. Я чувствую себя долбоебом, когда командую на ИБР. Ой, согласен. Сячи на ИБР. А есть ИБР? А, у грани. Нет, слышишь, старый, слышишь? Старый. На каток поставьте 28. Да, я старый. Да бейся. У него нет приема. Короче, старый, да, где, катке, где ты ЛТВОД, где твой колесник? Какой он ЛТВОД, там нагло надо играть, да не крысить, блядь. Пиздец, блядь. У меня есть ЕБР, но у меня нет кредита. На его покупку. Они не заезжают, все нормально. Заезжают, отстреливайте. Да прямо. А мы вперед не можем пропушить, поехать, нет тяжей. Давай, можно. Давай еще и с техом уже подставляются. А с тех сначала сверху. Доберет это. Фокусите, что там? А теперь вперед, все эти жители. Центр, бейте под камнем, который чифов убивает. Расход кидайте, расход. Чифов убивайте. Коку добейте. Фокус. Коку добейте. Фокус, ребят. 400 хп добейте, не 1000 бейте, алло. Мифа добейте. Расходку кидай куда-нибудь. Сервер, зафокусите. На гору можно, в СТшку вот этим. Да, отлично. У них тоже сейчас залетит, аккурат. Забейте, может, на гору убейте. Ну, сервера убейте. Нормально, зашла. Толь, там... По ХП отлично. Я пока просто к вам могу шотник справа. Рио, убивай этого. У них шотники наверху. 277, убейте, потом сейф. На гору. Не, Рио, фармите. На сайте, Андрюха, едьте на гору уже. Он встал, да. И страйк надо на гору ехать. И страйк надо на гору ехать, у него ХП есть. Да, нихуя не делает. Хорош. Брейна бьет. Да все, у них ХП нет. Брейн КД. Забейте, Брэйн умрёт. У них ИБР застрял. Я отсосал, да. Или он чиксанул. Не понял. Всё. Хорош. Охеренно. Ну, вообще так сумбурно получилось. Да, но у них преимущество. У нас просто вперед, Оль говорит, а у нас часть на гору поперлась. Ну тупые. Да подожди, нет смысла. Так в смысле 97 на гору-то поехали, не держи. У нас только 907, ну. Да, он про это. Они и так ехали, типа, на гору. Нам же изначально полиция сказала. Мы не могли свернуть, нам забыли. Нормально. Молодец, Толян, с почином, так сказать. Поставил. Просто сразу же взял, понимаешь, КЦ. Сразу. Мерка. Не то, что там. Блять, я вот просто думаю, бедный Флабер, сколько ему хуёв. Да, не, нормально. Нормально все. Пускай это. Пока входит нормально. Да а что ты хочешь? А что ты хотел? Он просто работает на хуёвой тяге. Че Флабер задумает, что тяги нас потом. Хуёвой. Так, смотри. Начало для тех, кто только пришел. У нас совершился бунт в клане, небольшой переворот. У нас теперь Толи командует, пробует, по крайней мере. Два боя мы проиграли на Малиновке. Мы две Малиновки подряд проиграли. Да. Вот. И потом у нас, получается, 5 боев подряд выиграли. Заходите, ребят. Спасибо тебе, Нью-Йорк. Да, ребят, прожимайте лайки, кому не сложно. Вам не сложно, нам приятно. Мне впадло вообще. Ну так, впадло в жопу. Можно его влево перекинуть? Да, и голодом остаться. А сам Вэнни впадло было играть. Это же нормальный экстрим без ножа, тупые. Да, кстати, еще была битва блогеров, и Макс играл за МВ. Да, крыша. Он даже такой лайк не может поставить. Че наш Макс получил? А как вообще это получилось, я не пойму. Но... А он идейный? Ну, в смысле... Не идейный, просто Макс не до конца вообще понял, что такая движуха будет. И... Да все он понял. Не, там... Он просто за ЕКБ. Да. Вы не все знаете, ребят. Да, не все там. Лишо знает. Там не совсем получилось, как хотел Макс. Ну, бывает по старой глупости. Угнали просто. Короче, кошка села на клавиатуру, вступила случайно в Амвэ. Ну, бывает. Ну, с кем не бывает. Толян, как что по сетапу, Толян? Все нормально. С первого нужна? Да. Только, Андрюх, пушить центр не надо. При любых обстоятельствах, блядь. Все возвращаемся.
Блин, расход в нашу, по-моему, ранов, не? Или нормально? Хороший расход, хороший. Нормально? Хороший, это чего? Первый 2700. Хороший. Фокусы. Нормальными раздвинем 400. Меня. Ну, не 400 человек. Ебрами поехали вот этого сожрем, не? Не-не-не, ваншотом заливайте, чуваки. Шотом заливайте, шотом. Эти купьем, выиграем игру. Все, все сюда. Едем. Давай, Сик, ваншоток вали. Да, сейчас. Не дайте к себе уже. Шуба, главное. Ирина, агрессивнее, выставляйся и кидай по КД. Меня сами ебут эти. Андрюх, я сейчас подъеду, въедем. Подожди. Что там делает, Андрей, не понял. Ебут. 9-7 скапывает, берите. Го-го-го, еду. Понятно. Лайк, там тебя одного оставил, да, но похуй, ты не тебя тогда. Надо быстрее здесь убивать, они там с другой стороны. Спасибо, Коля. Спасибо. Нет, хороший, ранее, хороший был. Отлично сейчас сказал. Тупо забайтили. Есть еще Димона продаю. А, все. Ну у нас ПХП равные практически, а потом. Сейчас вывезем, подожди, подожди. Не нойте, блять. Не его скатывать. 9-7, убейте, пари. Вот этого слева, левого. И остальные перекрестные в медаль. Фабер, подожди. Булка забирай, булка забирай, и остальные перекрестные. Я дал. Вульф, едь, наверное, ЕБРов принимать, а то они... Арта, когда будут вас? Или... Нет, пустить мидл, может, нет? Надо пушить мидл, реально. Пустите ЕБРов, давай, давай. Пушьте мидл, пушьте мидл, пушьте мидл. Пушивайте в мидл, пушивайте в мидл, да. Серва. Хорош. Нам приезжай за стервой, ты нам приезжай за стервой. А помогите кто-нибудь. Вильф, помогите кто-нибудь. Билайк, направо, направо, билайк. Ты где нам ща... Так я не пойду, мне 900 хп, я... Попробуйте, попробуйте, я тебе добью. Просто её отодвигай. Арта КД. Вот арта. По свято. Добивайте этих своих. Всё, стерву можете отстрелить теперь? Приди, да. Но надо её не отпустить, если она налей уйдёт. На катке стоит. Каток, да, обновите просто каток. Дал. Хорош, всё, забирайте. Всё, убивайте. Динам живи. Откуда? Откуда? ЕБР. Арта КД, арта вот тут. Арта вот стоит. Подправо. Заберу, подправо. Заберу. Динамо, сейчас слева. Блин, ЕБР с горы. КД. Пробуй, да, пробуй туда. Пушивай сюда. Арта на ЕБР. Пушивай. Сзади в ЕБР, сзади. Хорошо. Гудлайк, пушивай. Гудлайк, я на него, да. Дед передо мной. У него не получится, наверное, кинется. Надо, он КД. Он КД. Он КД. Вниз надо упасть. Еще один. Из горы, короче. У тебя арта будет стрелять. С горы работает один, получается. Хорош, не отпускаю. За домом засейвься от горы и бей его. Арта сама меня убила. Гудлайк, за домом бы засейвил, слышишь? Ну и так нормально. Нормально, там 240 пробить, очень сложно пробиться. КД верхний, Макс, твой КД, Макс. Господи, блять, каток дал. Да, ну я не еду. Хорош. Того станкуй, постарайся. КД, 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 Макс. Попал. Попробуй за тар... А, бля, Макс, попробуй шоу на тебя не пробить. Да и все. Может вам пойти тебя попробовать убить? Он тебя не закрутит, он тебя не закрутит. Арта КД, Арта КД. Все, отлично, гудлайк сюда, едь хелпой. Что, дави его. Тарань, тарань, тарань. Кидывай, не надо, сам не падай. Не падай, Максим, я же помогу. Макс, знаешь, все, Макс забирает, Макс забирает. Макс, сразу отойдет от Артема. Рож! Там до вашей первой быстро зайдет. Не-не-не, Макс. Надо вот так проезжать. Гудлайк надо пускать, да. Куда? Только вот так. Я думаю, вот так. Вот так. Не, вот так лучше всего, не? Артак. Ну, можно так, давай так. Ну, просто он бы так по кустам проехал бы и засветил бы, типа. Он типа разрежет. Но я не сейчас пока что постреляю. Ну, Динамо, наверное, тогда в центр надо. Сколько у него хп есть? Так у нас ваншоты, они оба ваншоты. Нет, арта фуловые, а... Блядь, думай сам, типа, как тебе сыграть. Мне похуй, я поехал. Ну просто смотри, если он вдруг останется в спине, то будет плохо. Так пускайте вдвоем едут. Гудлайк отсюда, а Динамо отсюда. Едь, Динамо, едь, давай, Динамо. Все вместе едь. Может мне тоже ехать? Да, тоже едь. Он шотнес еще вроде. Он 100 хп. Ну вообще, Максу лучше здесь закрыть их еще. Ну вообще да, чтобы он не уехал. Да, потому что если он уедет... Я тогда назад. Да, садись. Свечу, Гудлайк. Откуда вот интересно? Тебе надо отсвечиваться, ждать. Вот отсюда тебе, может, спокойно он. Ну а теперь надо, Макс, уехать. Арта КД, тебе надо ехать. И ехать, Гудлайк. Где примерно они? Откуда они? Вот тут, в этой области. Примерно первой линии. Вот он. Хорош. Гудлайк, давай. Оставьте мне, бля. А, ты кривой, бля. Клиентские прицелы эти, блядь, ваши. Твою хорош. Оставьте гудку арту. Бля, вот это камбэк. Вот это, конечно, камбэк. Мы это выиграли. Я не знаю, кто у вас был. Где арта? Есть инфо? Подожди, любому, о, пацаны, сейчас шлазиру выиграл. Вот тут она, куда она? Чувак, это, конечно, вообще камбэк. Давай, Макс, ты сейчас светану, я выше поднимайся, я выше поднимайся, я светану. Направо. Я поднимайся, нет. Давай, тычку давай. Все, сейчас стампер пройдет. Три ваншота, да?
9 фрагов. Это экстримлю, молодцы. А ты в бою? Вот это нормального игрока, да, мы в Нави планировали брать в раз. Не, я столько, блядь, зафейлил шотов, и мне стыдно, этот реплей будет. Короче, подожди. Вильф, Вильф, Вильф.